Украинский графический дизайнер решил посчитать, сколько Путин и его свита потратили денег на войну с Украиной. И показал, как бы выглядели российские города и деревни, если бы миллиарды долларов они не спустили бы на ракеты. Вот такую страну можно было сделать. Из страны можно было конфетку сделать. Каждый двор, каждый дом, каждую улицу. Но они выбрали другое. Территорию другой страны. Если не забрать, так уничтожить. Ну что, помечтали россияне? Хватит.